победы составляют алмазный фонд нашего района. И ваши имена будут навсегда занесены в книгу почета выпускников Александровского района. Для вручения свидетельств о занесении в районную книгу почета мы приглашаем начальника управления образования Ирину Константиновну Сергееву, директора автошколы «Старт» Стефанского Романа Робертовича и заместителя директора Викторию Владимировну Вагину. В книгу почета заносится школа номер 1 с углубленным изучением отдельных предметов. Зайцева Ксения Сергеевна. Вы получаете, ребята, свидетельство о занесении в районную книгу подсчета, а также от постоянного партнера автошколы «Старт» сертификат на 3000-ю скидку на обучение. Сыновчик Олег Юрьевич. Олег Юрьевич набрал по информатике в этом году 100 баллов. Поприветствуем вас, Олег. Корнилова Екатерина Дмитриевна. Гимназия номер 2. Голубятников Данил Андреевич. Никитин Никита Анатольевич. Школа номер 4. Пивнев Дмитрий Андреевич. Это те ребята, которые участвовали в общественной жизни района на протяжении всех-всех лет. Они защищали честь района и отстаивали на соревнованиях по спорту. Они участвовали в общественных акциях различного толка. Поэтому, мои дорогие, на вас мы возлагаем самые большие надежды, потому что вы лидеры, лидеры общественного мнения, как сейчас называют, вы лидеры среди молодежи. Поэтому вы должны показывать и задавать именно такой тон. Спасибо и удачи вам во всем.